Кубок мира по горнолыжному спорту впервые уезжает в Британию. 35-летний Дэйв Райдинг блистал в субботу в слаломе в австрийском Кицбюэле, где он обошел норвежцев Лукаса Браттона и Хенрика Кристоферсона. Хитрая схема усложнила задачу многим лыжникам, в том числе французу Алексу Пинтуро, сошедшему с трассы. Неожиданный победитель Дэйв Райдинг до сих пор поднимался на подиум лишь два раза.